Аплодисменты. Хочу сказать, что я никем не ангажирован, никого не поддерживаю никогда. Всегда во всем имею свое собственное мнение. 131 закон, когда я с ним ознакомился, на меня произвел такое впечатление, что его писали по меньшей мере агенты влияния. По принципу «разделяй и властвуй». Даже слова придумали, которых не было никогда в русской государственности, муниципальная. У нас не было этого выражения никогда. И сегодня мы имеем то, что имеем. У семи нянек дитя без глазу. Порезали все по-живому. Не хлопайте, а думайте. Мы содержим здание горкома партии, заняли государственные служащие. К имеющимся зданию исполкома городского совета пристроили пятиэтажку. Заняли чиновники. Посмотрите, какой чиновничий бюрократический аппарат мы с вами содержим. Для такого 108-190 тысяч населения. А вы хлопаете. Дорог у нас нету, потому что ни та администрация, ни та не в состоянии. А я обратился к губернатору в электронном виде. Ничего подобного не произошло. И вот будут нас отсылать туда-сюда. Вот библиотека на меня смотрит. Яркий пример. Ребенок, в общем-то, по бюджету, по сравнению с другими существующими учреждениями, организациями. И та плачет. Нету денег, нету ничего. Светлана Александровна, вы предлагаете танцевать нам от имеющегося. У нас есть чем сравнить. Мы знаем, как мы жили и это видим. На примере скажу, 15 секунд. У нас также, когда создали налоговую полицию, также она училась ходить лет 7, ничего не делая абсолютно. Я уважаю всех руководителей, уважаю абсолютно. Но вот содержать народу пушкинскому такую армию чиновников, я думаю, не под силу. Лучше эти дороги, лучше эти деньги направить во благо населения. И не планируйте так, я не знаю, просто... Не понимаете до конца. Я ни от кого не зависим. Ни от Сергея Ивановича, ни от района администрации. Ни от кого не зависим. Но я смотрю на... Многие меня, наверное, знают. Я смотрю на эти вещи трезво. И сокращение, кстати, тут прозвучало, что Светлана Александровна правильно говорит. Сократить территориальные и Правду, и Ашукина, и Тарасовку, и Черкизово, все сократить до минимума. Мы умеем хорошо раздувать пузыри и гонять по кругу людей. Мы не умеем работать, мы не умеем качества прислушаться к народу. Поэтому поддержите объединение.